Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот уже две передачи к ряду, два вторника, мы посвящаем вопросам зависимости, свободы. И говорим, естественно, и не только с точки зрения духовной, но и с точки зрения душевной, если можно так сказать, с точки зрения психологической. Говорим с нашим экспертом, самарским психологом Павлом Коренковым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Мы два эфира, две передачи, мы говорили о зависимости. Ну, по возможности, понятное дело, что мы как-то с разных ракурсов, через какие-то конкретные живые примеры, мы говорили и о механизме, который формируется, механизме зависимости, который может сформироваться в человеке. Для тех, кто смотрит нас сегодня впервые, мы скажем, да, что есть две фундаментальные, так назовем их, да, фундаментальные предпосылки. С одной стороны, это боязнь человека остаться в собственной свободе. То есть в данном случае удивительно, но свободу мы можем рассматривать либо как дар, либо как проклятие. И человек так к ним и, к этому феномену и может подходить. Он может осваивать, и тогда это может быть даром. Или он боится этого, пугаться, тревожится, когда перед ним эта свобода стоит, и тогда становится для человека сущим проклятием. А вторая вещь, о которой мы говорили в прошлой передаче, это, собственно, самопознание. Да? То есть это вещь, которой нам не избежать. Мы призваны понять себя самого. И это, может быть, главнейший парадокс человеческого бытия, что я сам для себя... С одной стороны, мы говорим, что никто лучше меня не знает. С другой стороны, мы говорим, что я для себя самая большая тайна, которую невозможно раскрыть, открыть. Я сам себя не знаю, что же во мне такое происходит. И очень часто люди, собственно, к вам, к психологам, да, прибегают, и к нам, к священникам прибегают с вот этим каким-то запросом «объясни мне меня». Вот. Сегодня мне бы хотелось поговорить о таком феномене. Ну, во-первых, мне бы очень хотелось продолжить разговор, начатый в прошлый вторник. Мы не закрыли эту тему современных нехимических зависимостей. Потому что люди шопоголики, люди трудоголики, везде чувствуются этот голики, вот, да, какая-то зависимость. Вот. Есть даже какие-то удивительные виды аддикции, например, аддикция от социальной организации, то есть когда в социуме он состоит из аддиктов, да, из людей зависимых, и они зависимы друг от друга, это от самой организации, то есть это вообще удивительные какие-то вещи. Но вот о каких-то более ярких вещах мне бы хотелось сегодня продолжить разговор. Ну и, может быть, это произойдет на фоне разговора о созависимых, да, то есть давайте проясним, потому что вот в прошлый раз и в прошлом году, когда мы встречались с екатеринбургскими друзьями, многие не совсем поняли, кто такие созависимые. Думают, что вот появился в семье алкоголик, и он автоматически своим появлением формирует среду созависимых родственников, живущих с ним. Но это, насколько я понял, не совсем так. Да, охотно про это поговорю. Вот, много лет я работаю именно вот как-то с этими состояниями. И если говорить, прям разграничивать термины, изначально этот термин «созависимость», он был предложен и был введен именно как реакция на зависимость. Угу. То есть как это прям вот термин, который... очень похоже на то, о чем вы говорили, да, что есть зависимость, и вокруг нее всегда есть созависимость. Но если присмотреться, да, ну, тут даже не надо специальных устройств, чтобы присматриваться, да, если там больше минут посмотришь, станет понятным, что созависимость, она всегда первична. То есть она предшествует зависимости. Здесь, ну, это опять же вот такие вот отсылки сразу получаются к семье, к родительской, да, то есть про предпосылки. Это не про диагноз, не про обреченность, а именно про то, что вот есть такие условия воспитания детей, да, если просто очень говорить. Может быть, сразу пример, вот просто, чтобы высветить, выпуклым сделать образ созависимого, то есть как это происходит? Вот, хорошо, ну, через такой пример, например, родился ребенок, да, он очень, ну, там, он, ну, не очень, он беспомощен на 100%, то есть он ничего делать не может, там, младенчик, да, и тот уровень контроля
ну, прям контроль, я это назову, не, даже не забота, а контроль, который, которым окружает его здоровая семья, да, то есть он приемлем, то есть он практически стопроцентен вот там на первом, на втором месяце, да. А вот в три года вот тот уровень контроля и заботы, который был на этапе рождения, он не просто, он опасен. Но опасен в том плане, что у человека, у ребенка изымается самостоятельность. Изымается, вот опять же, вот про тот же самый выбор какой-то. То есть изымается, ну, я сейчас говорю про негативное такое развитие событий, да. Вот. И здесь вот всегда, вот она, правда, очень тонкая эта грань между контролем и заботой, между любовью там и какой-то гиперопекой, да. То есть она очень тонкая эта грань. И в каких-то ситуациях есть и то, а назвать можно по-разному. И вот опять же, мы говорили в предыдущий период, что важно понимать, чувствовать и общаться с ребенком, да, видеть в нем человека, не какой-то там объект, да, там удовлетворение своего какого-то инстинкта, потребности в чем-то, амбиции. Да, амбиции, да. То есть это не то, что вот ребенок растет, он, может быть, хотел стать, ну, не то, чтобы хотел, ему нравится там, ну, рисовать, ловить бабочек, но у него есть там папа офицер, я образно говорю, да, там, и мама, ну, неважно сейчас. Ну, учитель. Учитель, вот, да, классический пример. Да, классический пример, то есть учить. И, конечно, и профессия эта мамина, учительская, и папина офицерская профессия, они, ну, подразумевают некую такую директивность, подразумевают авторитарность. И, например, ребенок, любящий рисовать, там, собирать бабочек, он вот растет в этой системе каких-то, они могут даже быть неявные, ненасильственные, такая система ожиданий. Так, сын офицер, там, дочь врач, да, никаких. И вот сын вырастает, он даже поступает, как ему кажется, самостоятельно в это училище, он его блестяще, может быть, заканчивает, он служит, и приходит в себя там где-нибудь лет в 35, каком-нибудь в гарнизоне в Сахалине, спившимся алкоголиком, который, ну, понимает, что все было не то. Ну, то есть, вот все было всю не то. Всю свою жизнь я хотел ловить бабочек. То есть, да, ну, это, конечно, такой, может быть, немного ну, простенький примерчик. Ну, вот про это. Про то, что когда мы перестаем видеть, ну, там, в наших близких, да, живых людей, начинаем видеть какие-то вот свои представления, декорации, то вот это очень плохо. Тогда начинает вот... Это среда для формирования созависимости, зависимости. То есть правильно ли я понимаю, что психологический портрет созависимого человека — это человек, который не чувствует себя? Да, он не живет для себя. Он, ну, не научен этому. Он может жить только ради кого-то. При этом с сохранением тех потребностей, которые есть у каждого из нас. Например, потребность в том, чтобы быть любимым и любить, реализовывать эту любовь, заботиться и так далее. И эти потребности, они... ну, как бы не то, что даже они через как увеличительное стекло для него увеличены. То есть для него забота о себе, она будет проявляться в том, что там вот ребенок или муж будет, ну, задыхаться от этой вот, вот, от этой заботы, которая вокруг. Я сейчас вот, вы говорите, я тут же вспомнил фразу митрополита Антония Сурожского. И, может быть, это как раз будет два таких прекрасных примера, которые нам покажут человека созависимого, да? Митрополит Антоний как-то спросил, вернее, он как-то рассказывая, говоря о послушании, привел пример, значит, двух взрослых уже мужчин. Они так любили мать, вот до безумия любили мать. И что бы там мама не попросила, что бы мама не сказала, они просто соревновались друг с другом по выполнению на скорость вот того, чего она попросила. И эту мать спрашивают, как вам удалось воспитать столь послушных, замечательных, любящих сыновей? И ответ митрополита Антония шокировал, вот, ответ этой матери. Вот. Она говорит, я не понимаю. Она искренне не поняла вопроса. Она говорит, ну, у них щеки, у меня руки. Вот. То есть, как еще формировать послушание? Вот так. Угу. Это первый вот пример. А второй пример он приводил, значит, говорил об одной женщине-прихожанке, которая пришла исповедоваться в том, что она не любит мать. И говорила, говорила много чего, говорила в том, как реализуется эта нелюбовь. Но, он говорит, она произнесла одну фразу, которая послужила ключом к пониманию вообще всей ситуации. Она говорит, мне иногда хочется сказать маме, что в ее объятиях так тесно, что хочется к ней обратиться, люби меня чуть поменьше, потому что твои объятия — это как обручи металлические, они меня просто вот по рукам и ногам сковывают. Вот это про это? Это про созависимость? Да. Тут, ну, вот...
она очень многогранна. То есть любое состояние, оно очень многогранно. И то, о чем вот мы сейчас говорим, да, это про это. Ну, то есть это про это. Угу. И как результат, то есть вот вырастает такой ребенок, становится взрослым человеком, с какими трудностями он сталкивается? Что у него не получается? На что он наступает, как на грабли, раз за разом? Ну, вот не об этом. Там, наверное, про многое можно. Вот это невозможность, ну, как не то, что невозможно, неумение проживать свои чувства. Угу. Вот как это ни странно. То есть в любом случае, когда человек что-либо делает, у него, ну, наши чувства всегда такие вот, как сигналы, как маяки. И если мы их игнорируем, да, то мы очень часто, ну, заходим не туда. Вступаем не в те отношения, наступаем один раз, ну, угу, не один раз, а много раз на одни и те же грабли. То есть, когда... Чтобы не слишком абстрактно, какие чувства мы можем не понимать? Злости, тревоги, обиды, радости, разные. Ну, то есть вообще весь спектр. Здесь не обязательно они должны быть какие-то там со знаком плюс, со знаком минус. Вот это все, то есть если мы понимаем, что, ну, вот, ну, мне некомфортно. Мне некомфортно, да, я понимаю, что вот это, вот, вот опять же, как-то если говорить там про созависимость в таком контексте, может быть, вот так будет нагляднее. Вот есть насилие какое-то, да, физическое со стороны мужчины в семье. И если любая женщина, ну, как бы любой человек, да, неважно, женщина, мужчина, если есть насилие, он чувствует себя некомфортно. Но человек созависимый, да, который себя не ценит, он будет это как-то объяснять, что да ладно, ну, там, ну, как вот бьет, любит, ну, и какие-то там 10 тысяч вариантов объяснения этого всему. То есть, хотя ему чувство подсказывает, да нет, ну больно, страшно, не надо. Но вот игнорирование этих вот, ну, как своих чувств и как следствие своих потребностей, да, вот там, да, они будут приводить к тому, что человек будет заходить, ну, вот, на те территории, где ему опасно, ну, опасно находиться. Вот. И это понятно, что варианты бывают очень разные. Бывают, ну, не столь драматичные, но не менее удушающие как-то, да. То есть бывает внешне все очень приглядно. То есть там прям как-то вот все красиво, но настолько безжизненно, да, в котором просто невыносимо. То есть это может быть там замок в Царевщине, там, недвижимость в Италии, там как-то все внешне как-то вот, ну, хорошо, но вот внутри как отношение, оно может быть просто там это, очень, очень безжизненным. И как вот продолжить хотелось бы вот эту мысль, созависимый человек формирует зависимого. То есть вот попал, например, девочка, девушка вышла замуж за молодого, симпатичного, прекрасного, не пьющего молодого человека. Но у этой девушки, как мы сказали, есть определенные сопутствующие проблемы с чувствованием себя. Она не чувствует. Вот. Она, вот как бы это ни звучало, может быть, избита, но она бесчувственна. В том смысле, что она не может сказать, чего она хочет. Она не может сказать просто банальную фразу, что «я тебя люблю». На вопрос, вернее, на заявление о том, что я тебя люблю, она не знает, как отреагировать. Ну, любишь и любишь. Или наоборот, начинает себя преподносить как невероятно ценный подарок в розовой ленточке. Готов. Да. Готов. То есть здесь вот еще немножко предпосылки. Вот человек, ну, вот, как мы говорили, что человек, выросший в семье, да, ну, в дисфункциональной семье, деструктивной, он... даже такой термин есть, ассортативность, когда выбор, ну, там, партнера, да, там, мужа или жены происходит не, ну, по полному какому-то спектру, да, а вот именно по какому-то признаку. То есть, вот, а, вот эта метафора... Да, про то, что созависимая девушка всегда, ну, там, ну, если она, конечно, не производит какой-то работы, ну, там, или мужчина, неважно, не делая какую-то внутреннюю работу, да, там, не меняясь, не выздоравливая, этот выбор, он вообще никогда не будет случайным. Он всегда будет, вот будет 1000 человек здоровых, и 1000, скажем так, ну, там, с предпосылками к зависимости, да, вот этот, как магнит они слипнутся, никак по-другому. Вот из практики, да, самая такая вот фраза классическая, которая звучит, как правило, от жен, ну, там, алкоголиков или наркоманов, когда они там приходят уже, ну, там, в работе, в реабилитации, вот я его когда увидела, я сразу поняла, что это мое. Вот когда я слышу эту фразу, да, особенно в процессе, это прям вот, ну, ничего больше не надо говорить, все понятно. Вот чаще всего, когда вот так происходит, это всегда, значит, произошло, ну, болезней каких-то, да, нездоровых состояний, потому что это выглядит так, что все вот то, это вот то мир, и никто куда... другой. Да. А любовь, да, вот, ну, как-то, ну, там, здоровая любовь, если так про нее говорить, она не то чтобы
конечно, как сказал апостол Павел, сложнее сказать иначе, да, по-другому все выглядит. То есть ты видишь человека не только вот, как образ, ты понимаешь, что вот он красив, умен, может быть, там, добр, щедр, ну, как-то еще, да, но ты понимаешь, что у него есть вот еще и то, и то, и то, и какие-то недостатки, и тогда... Правильно я понимаю, что любящий человек, по-настоящему любящий, он никогда не сможет объяснить, за что он любит? Абсолютно верно, да. Абсолютно. А вот созависимый в данном случае, он может объяснить, за что он любит? Да, ну, тут дело даже вот, не... Вот он может объяснить, чем именно слиплись, что нет, именно мое? Нет, это... Ага. Это непонятно ему самому. Это происходит не на уровне объяснения. Ага. То есть это происходит на том уровне... Ну, вот как вот мы говорили, да, про игрушку, там, что вот будучи треугольником, попадешь только в треугольную вот эту штуку. Вот ага. Объяснить это... Нет. Я думаю, что невозможно. Это крайне сложно, да. Но все равно. Потому что это, во-первых, непонятно изначально. Ну, вот мы говорили про незнание себя. Вот созависимый человек, он практически себя не знает. То есть он может быть реализован только вот в контексте отношений, в контексте другого человека. То есть как сверх, там, как даже... незаботливая, скорее, вот я прямо здесь разделил, такая контролирующая, там, мама, контролирующая жена, то есть, там, или какая-то вот, как функция какая-то вот такая вот. Uh-huh. Вот это, вот через это. Uh-huh. То есть свои потребности там, настолько... прикатаны катком, да, что они, они вроде бы и есть, но человек про них практически не знает ничего. Угу. Я сейчас, может быть, слишком какую-то такую драматичную картину рисую, да, самую тяжкую. Бывает очень по-разному. Бывает, я говорю, и не так драматично все. Бывает, что человек как-то по-другому. И зависимость, она не обязательно... Вот опять же, вот про маму, про отношения говорили. Очень часто бывает так, что вот вырастает, опять же, там про неполную семью, да, и человек, например, не становится химически зависимым. Но он начинает, вот не хуже того профессора, уходит в тот самый трудоголизм, так называемый. Когда... Вот, хорошо, что сейчас начали, перешли, потому что у нас уже передачка близится к концу сегодняшней встречи. Хочется вот об этом тоже поговорить. То есть вот трудоголизм, шопоголизм, какие-то виды, опять же, интернет, ТВ и прочих зависимостей. Вот это побег от чего? Или побег куда? Если это вот через побег объяснять, мне кажется, опять вот про отсутствие выбора этого самого, да, что вот как вот, и опять же, вот возвращаясь там к тому государственному строю, который был, да, когда человек воспринимался как винт. Я бы тут тоже хотел немножечко перебить, потому что мы говорим о российской действительности, но мы видим, что, в общем-то, это общечеловеческая сейчас проблема, такая зависимость от, шопинга, трудоголики. Мы вон можем поехать в Китай. По-моему, в Китай. В Японии. В Японии изобрели за 20 век специальный термин, описывающий смерть на работе от перетруда. Переутомление. Да, человек себя просто загнал, как не знаю что, и сломался, просто выгорел. Вот это что? То есть это все-таки, наверное, общечеловеческая проблема. Да, конечно, здесь просто не через русскую действительность слушать. Да. Вот. Угу. Это совершенно верно, когда человек вот воспринимался именно он часть коллектива, он там передовик какой-то, или хороший менеджер по продажам, и он, как-то правда вот себя только с этим ассоциирует, то есть он начинает в это уходить. То есть я же, например, в контексте там семьи и гаджетов, то есть папа там с утра до вечера на работе, и вроде бы, благородно, деньги зарабатывают, семью содержит, чтобы там в Турцию слетали, или чтобы одежда была хорошая. А по факту какого-то мужского этого начала воспитания отсутствует, да, потому что папа, и так-то вроде бы, и не подкопаешься внешне, правда, там что старается, там, особенно если это несколько детей, что там никто там хлеб, чтобы с маслом ели, да, а не с водой из крана. Но вот опять же это баланс, когда человек полностью погружается, практически, когда человек просто превращается в некую функцию, да, он есть там, менеджер по продажам, да, или какая-то там, неважно, там, врач, кто-то еще, и вот он прям на работе, то есть живет, то есть для него работает вот та реальность, с которой он себя реализует. Угу. Вот про это сейчас говорю? Да. Вот про это. И очень часто, когда человек это одно дело... Здесь, конечно, баланс между ответственностью какой-то, да, и уходом. Он есть, и его, можно разглядеть, его можно почувствовать, опять же, если, ориентироваться, во-первых, на свои чувства, на какие-то, да, вот. И вот еще, вы знаете, вначале говорили про то, что познать самого себя. Угу. Вот. И тут очень важный аспект, что познать самого себя мы можем только через других людей.
То есть вот при наличии других людей. По-другому это никак не происходит. То есть, даже если эти люди представлены абстрактно там, в виде там, каких-то фильмов, книг, чего-то еще, то есть это в любом случае через другого человека мы себя узнаем. Потому что самого себя, мы сами себя же не... я же не вижу сам себя, пока в зеркало не посмотрю, да? Это вот про внешность, если говорить. И также про внутренность. То есть другой человек, он выступает таким... сейчас про другой, наверное, немного. Нет. Мне кажется, как раз это очень-очень точно. Очень точно, потому что я бы еще, наверное, если бы мы сегодня бы успели осветить эту тему, потому что помимо того, что человек себя не знает, человек себя не чувствует, есть люди, которые себя знают и чувствуют, но очень тревожны. То есть вот есть некое непредставление, например, будущего, и это отсутствие представления о будущем, то есть неумение жить в настоящем, людей очень пугает. И они, может быть, и по этой причине в том числе себя загоняют, и все эти ишемические болезни сердца и отсюда в том числе берутся. Вот про тревогу, если бы кратко. Опять же, про тревогу, тут здесь вот есть здоровая тревожность, есть тревога, соответственно, нездоровая. Это очень важный аспект. Я не буду сейчас даже говорить про критерии, потому что мне кажется, важно. И тут, конечно, бывает, все люди разные, все люди очень разные, бывают разные состояния. Даже очень здорового, психологически здорового человека может быть, про некое переутомление такое, да, и он в этом состоянии может делать какие-то действия, которые, очевидно, ошибочные. Это, опять же, от незнания какого-то, даже не то чтобы от незнания, может быть, а от небережного отношения к себе. Когда я должен чему-то соответствовать, когда я делаю не свой выбор, а пытаюсь реализовать какие-то ожидания или выборы другого человека, вот тогда это происходит. Всегда так. То есть, когда человек делает свой выбор, да, каким бы он ни был, правильным, неправильным, если это выбор человека, то это всегда дает опыт и мудрость в конечном итоге. А если это выбор не свой, то тоже, конечно, опыт дает. Вот я сейчас свой не свой, мне вспомнилась тоже чья-то цитата, уже сейчас не припомню, но замечательная цитата. «Своя ноша не тянет, а если тянет, то значит не своя». То есть вот это тоже иногда ситуации, обстоятельства и наша собственная немощь нам способна раскрыть нас самих именно через столкновение как вот с собственной немощью, когда мы, условно говоря, мы можем тащить два пакета картошки себе домой, и тогда мы не идем и не ноем, что она слишком тяжела. Либо если вдруг мы ощущаем, что эта тяжесть невыносима, что это вдруг вот просто я хочу эти пакеты куда-нибудь зашвырнуть. Как правило, мы несем картошку не к себе домой. Скорее всего, нас попросили донести до какой-нибудь бабушки. Сам факт долженствования, что я кому-то другому это не несу, а не себе, меня дико выводит из себя. И вот это вот может быть в том числе состояние некого внутреннего бунта, внутреннего несогласия с чем бы то ни было, должно мне показать меня, то есть мои настоящие, то есть такой выход в сторону к тому, как себя чувствовать. Вот еще как-то не знаю про то, не про то, вот про тревожность, если говорить, то очень часто, к сожалению, мне кажется, к сожалению, в современном как-то пространстве информационном я вижу такие какие-то эти советы, рекомендации, а очень часто тревожность и внутренний дискомфорт, он невероятно полезен для человека, то есть его для ребенка, для взрослого, для подростка, это то состояние, в котором мы точнее что-то видим в себе. То есть это, я опять же говорю про здоровую тревожность, и про нездоровую, когда уже требуется, возможно, медикаментозное вмешательство, это тема другого разговора. А человек не может и не должен быть как-то довольный и счастлив всегда. Меня немного раздражает какие-то пока в том информационном пространстве, что 10 лайфхаков, как быть счастливым. Это, все как-то прям, мне кажется, не то чтобы неправильно, не от здоровья, что нельзя быть всегда счастливым. Иногда полезно и важно быть несчастливым. И осваивать несчастье и тревогу. Да, очень, я прям как подбирал слово, осваивать эти состояния. Павел, спасибо вам большое. На сегодня время нашей встречи подошло к концу. И традиционно, подводя некий итог, совсем кратко, мы попытались в течение этих трех наших встреч
поднять авторитет и поднять цену самопознанию, самочувствованию, да, потому что речь-то идет не о зависимости. И в церкви, кстати говоря, тоже принято такое правило негласное, говорить не о грехах, а об отсутствующих добродетелях, потому что грех — это то, что поселяется на месте отсутствующей добродетели. Нет смирения, появляется гордыня, нет терпения, появляется раздражительность, ну и так далее, и так далее. И здесь тоже, может быть, и не стоило персонифицировать так зависимость, да, делать ее как, каким-то существующим элементом нашей культуры. Скорее, это как раз пустота, которая образуется от отсутствия, ну вот, освоения себя, познания себя и своей собственной свободы. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь.